На месте взрыва на магистральном газопроводе в Вурнарском районе сейчас завершаются ремонтные работы. Напомню, 20 декабря вблизи деревни Ембахтина из-за взрыва газа поднялся высокий огненный факел. О том, какие работы проводят на месте происшествия сейчас и есть ли угроза для местных жителей спустя 10 дней, в нашем репортаже. Хотя взрыв произошел больше недели назад, местные жители до сих пор помнят тот день в ярких красках. Правда, говорят, страшно было только в момент взрыва. Потом, благодаря оперативным действиям спецслужб, поняли, что ситуация под четким контролем. Когда прогремел взрыв, я вышел, посмотрел, чуть сперва немного испугался, позвонил в службу 112, сразу приехали в спасательную службу. Быстро, моментально. Тогда же опасности не было. Оперативные службы все приехали, народ успокаивали, все сделали. Когда немножко пламя угасло, было понятно, что пожар на деревню не пойдет. И просто пожарные следили, чтобы огонь не перекинулся. Потом потихонечку угасло, и уже спецслужбы начали работать. А народ потихонечку успокоился, уже к ночи уже как будто ничего не было. Нет поводов для беспокойства и сейчас. В администрации муниципального округа уверяют, население в полной безопасности, а ремонтные работы газопровода уже почти завершились. Угрозы для населения нет. Для экологии тоже никаких угроз не имеется. Газовая служба, которая обслуживает данный участок, гарантирует, что граждане, если обратятся, у кого были какие повреждения, все затраты будут возмещены. На объекте уже провели испытательные работы. Все функционирует как надо. Поэтому службы приступили к засыпке грунтом траншеи с газовыми трубами. Анна Центовская, Екатерина Янгалакова, Республика, Вурнарский район.